записи. Сказал, что это Крым, мы в Крыму, примерно километрах 15-20 от Крымского моста, который я хотел заснять в ночное время с подсветкой, но очень большое разочарование. Или я слишком рано въехал на мост, но подсветки не было. Вот такая вот история. Последнее приготовление перед стартом. Провода убираю, чтобы не мешали. Ну, с Богом. Продажа чистого дизельного топлива 4 корпоставка. Цена 44 рубля. Принимаем дизельное топливо по 38 рублей. Телефон +7 978 058 80 87. Повторяю, +7 978 058 80 87. Заправляем с белого микроавтобуса в порт «Транзит» возле магазина «Гастроном». Наличный и безналичный расчет. В машине имеется рация. Телефон +7 978 058 80 87.
место очень хорошее для ночевки. Тихо, спокойно. Огромное количество автомобилей. Большое количество автомобилей. 99 километров. А также разметка. Все это бесплатно. Направление в сторону Севастополя. Вот я очень обрадован, мне очень понравилось то, что относительно недалеко от моста есть такие вот площадки, заправочная станция со всей инфраструктурой. И душ, и прачечная, и магазины, и кафе. В общем, все, что нужно для автопутешественника, для автомобилиста, здесь есть. Это при въезде в Крым со стороны Ростова, Краснодара. И, значит, после моста, тоже километров, наверное, 15, может быть, недалеко, что с левой стороны по ходу движения, что с правой, с обоих сторон. Ну а сейчас двигаемся по трассе Таврида. Я частично по ней проезжал, давно, правда, шло строительство, было много объездов, вот. Но сейчас трасса достроена, идет продолжение строительства на противоположном берегу. Самые лучшие в России. К ним
приближаются вот такие площадки, как мотель Омич, ну еще ряд площадок. Но вот это я просто в восхищении. Я очень рад, что подумали о автотуристах, автопутешественниках. Вчера пока ждал, когда стемнеет, чтобы проехать по Крымскому мосту, видел, очень много приезжает автомобилистов, становятся на площадку, ну, отдыхают, естественно, вот, пьют кофе. Стоянка не длительная, минут 10-20, и потом продолжают движение. Пусть через 200 километров будут такие парковки, но по всей России. Температура 11,5 градусов. Тепла. Федеральная трасса Таврида. Двигаюсь от Крымского моста в сторону Севастополя. Деревьями, лесами этот участок не балует, что деревьев ничего нет, место открытое, продуваемое. Далеко такая дорога протянется, не знаю, но вроде бы до Севастополя ее уже знали. Интернет дорогой здесь, связь дорогая. Но сберовские карты принимают на заправках. На заправках, там где заправлялся. Бензин подороже, чем на материковой России. Thank you.
каждом направлении, разметка, отбойники. Ровное полотно. Повторяю, государева дорога Таврида. Это Крым. Двигаюсь в сторону Севастополя. Время тут московское. Разницы в часовых поясах нет. 6 часов 58 минут утра. Ну, 7 часов. Надо было зайти в интернет и найти режим подсветки Крымского моста, моста. Я этого не сделал, и результат очень плачевный. Пожалуйста, знак еще, кемпинг, не кемпинг, а стоянка 800.
метров уже вижу с правой стороны. Фуры стоят. Это просто стоянка. Остановиться на ночь, переночевать. Днем кратковременный отдых. Мусорные контейнеры, туалет. Территория заасфальтирована. Отлично, отлично. Станция. Здесь тоже вижу и гостиница, и магазины, столовая, туалет. Отбойники так установили между встречными полосами, что фары от встречных автомобилей не ослепляют.
температура чуть подросла, 12,5. Зашло, но за облаками, поэтому очень пока солнечных не видно. Равнинная, холмистая местность, деревьев практически нет. Междугородный автобус пошел на обгон. Откуда он? Откуда и куда, не знаю. Впереди горная гряда. Thank you.
стороны вижу заправок пока не видно, но тоже контейнерные, мусорные контейнеры, туалет, асфальтовая площадка, заасфальтированная, скамейки. Вот это я понимаю. Затраты минимальные на создание вот таких площадок для короткого отдыха. Да, я думаю, там и на ночь можно остановиться, переночевать. Интересные переходы пассажирские для пешеходов. Со стеклянным коридором. Ветра тут сильные. Так, температура упала до 10 градусов. Что какие-то раскопки ведут исторические, не знаю, пока не попадались археологи, что-то вот искали, наверное, что-то нашли интересное. Факты.
два раза на пароме. Керчь. Переправлялся. Ну и третий-четвертый раз на автомобиле. По мосту, имею в виду. Противоположной стороне какая-то реклама. Аргон. Дорога сделана добротно. Не вижу колейности. Хотя интенсивность движения высокая. Поднято, видно, над полями.
солнце уже пробилось сквозь облака. Белогорск на Дальнем Востоке есть. Там Теплогорск. По-моему, Белогорск тоже.
ракеты Великой Отечественной войны. Взгляда ни одного деревца ни слева, ни справа.